Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Проклятие Мертвых Богов. И сегодня у нас, ребят, вышло обновление на эту игру. Кроссовер с игрой Dead Cells, которую многие знают на канале, ее было чертовски много, больше 200 видео, по-моему. Также было сказано, что есть визуально много изменений. Я сразу замечаю, я смотрю, по-моему, вот этого не было, да? Вот этих всяких частиц. Я не знаю, может, я сейчас буду опять, знаете, как типично вышло обновление, и я начинаю замечать то, чего раньше не замечал, но это было. Но, по-моему, вот этих вот частиц здесь не было все-таки. Забавненько. Обновление, на самом деле, это как, ну, Curse of the Dead Cells, или как-то так оно там называлось, да, кроссоверное обновление. Оно внесло намного больше, чем я ожидал. Я сейчас вам покажу его на экране. Вот оно. 1.24 еще. Скидка на игру, я так понял, 20%, если кому надо. Добавили 3 новых иконки оружия. Или просто оружие. Ну, разберемся, короче говоря. Вауль, трумы. Новое проклятие. Я, естественно, ребят, старался не читать ничего. Новое, я так понял, двуручное оружие бомбы. Естественно, там всякие бомбочки появляются. Новые релики. Новое проклятие, собственно. Это типа структуры сказано, вроде как, я так понимаю. Много всего, я тут во все не вчитывался. Очень много баланса изменено, я смотрю так. Очень много. Визуальные изменения, фиксы багов. Короче говоря, апдейт реально очень большой. Я что-то думал, что он такой по мелочи будет совершенно что-то такое. А на самом-то деле очень крупное обновление вышло у нас. Так что будем разбираться с ним. Так, но для начала давайте посмотрим здесь у нас что. У нас могли здесь, кстати говоря, некоторые что-нибудь могло измениться вполне возможно. Поэтому надо будет смотреть. Так, что по оружию? Смотрим. Да, вот у нас, судя по всему, вот это бомбочки, да? Зажигательные бомбы, во. Я там проклятый лук открыл в прошлый раз. Огненный можно открыть. Мне кажется, или... Тут еще явно что-то появилось. Рыцарский палаш. Это было разве раньше? Двуручное оружие тяжелое. Вторая атака и завершающий удар. На секреты. Стоп, а это не оружие из ДЦ как раз таки. Широкий меч, или как он там назывался. Чисто такое. Так, смотрим, где что... Арбалет приговорного. Вот такого точно не было. Это пистолет. Медленно стреляет разрывными снарядами. Это, походу, взрывной арбалет, да? При попадании они носят урон по площади. Так, я понял. Я понял, судя по всему. О, нихрена, меч конюк тебе! Это проклятый меч, что ли? Любая вражеская атака сразу убивает вас. Не действует для ловушек. Нет, нахрена это добавлять было? Я понимаю, что это... Блин, это проклятый меч из доцел. Самое сильное оружие по своей эффективности. И у него, да, типа, на фоне других мечей там 45 урона здесь, у других там 13, 15, 13. Но ваншоты для нас. Нет. Я не хочу с этим проходить. Так, и вот у нас здесь бомбочки как раз таки есть. Я, конечно, не знаю, проклятой бомбы, возможно, нет у нас. Не добавили. В принципе, я откуда ее добавлять, если проклятая вот эта, которая закрыта у нас, это оружие чемпионов. Так, двуручное оружие, зажигательные бомбы есть, дымящие черепа какие-то, ядовитые атаки. Атаки молний и сфера поглощения или бомбы пустоты. Каждая заряженная атака запускает бомбу пустоты. Она притягивает всех врагов рядом, а потом затем взрывается. Очень круто звучит. И, ребят, я, соответственно, у меня 70 колец. Я могу все из этого сразу же открыть. Вот так вот мы сделаем. Что-нибудь до сегодня мы, возможно, даже встретим из этого. Не знаю, посмотрим. Можно широкий меч еще взять себе. Криты стабильные вполне. Взрывной арбалет тоже открыть, например. А мне на все не хватит, да? А давайте тогда арбалет откроем, потому что у нас бомба и так двурук. На слот двурука. Окей, алтари, соответственно, я... А, ну я могу что-нибудь себе здесь прокачать при желании. Можно благословение тогда себе не менять, либо можно поставить себе, я думал, может быть, змеиную добычу взять себе. 5 предметов вместо 2, временно просто так. Потому что мне поджигание сейчас не особо нужно. Либо зовите и все-таки с поджиганием побегать и взять себе что-нибудь другое. Даже не знаю, если честно, что из этого мне пригодилось бы сейчас. 2 восприятия каждого в отношении с золотом. А давайте попробуем эту штуку. Я не особо фанат, скажем так, таких предметов с одноразовым эффектом. Но, тем не менее, попробуем ее взять сейчас. И давайте себе не в основном алтарь, а в основном прокачаем себе, допустим, основную или вторичку. Или двурук вообще. А давайте двурук. Я с луками хочу поиграть. Пусть у меня луки будут там чаще попадаться, может быть, не знаю. Круче, точнее, попадаться. Так, я вижу, что старт какой-то обсидиановый стилет. О, это что такое? Динамитные шашки, двуручное оружие, бомба. Так, ну я 100% это беру. И когти-подстрекатели, которые я так долго искал, но не тот забег. Каждое убийство вызывает взрыв, ослабляющих всех врагов рядом. Окей, это именно от убийств играть.
Соответственно, благословения остаются те же. В прошлый раз они у меня вообще не работали. Счетчик грит-килла теперь на английском написано это или раньше так было написано, не помню. Меня 4 раза за всю серию сработал танец бури. Бестиарий что-то новое открылось у нас тут. Кловис Пардия. А, судя по всему, за то, что мы его победили, да? Если кому-то интересно, можете почитать. Ну и в прошлый раз мы, собственно, его одолели, и у нас предстают перед нами три каких-то еще особых храма, но перед началом я бы хотел бы еще, перед тем, как начать, собственно, забег, я бы хотел сказать спасибо и передать привет Ксенофонту за донат 123 рубля с сердечком. Написал искренне благодарю за твои ролики, мертвые боги получаются просто шедеврально, не останавливайся. Огромное спасибо ему за поддержку, за такие слова, я стараюсь, мне тоже очень нравится, как сочно получаются, в принципе, серии. Но это у нас только, я так понимаю, первая половина игры, наверное, или около того. Не представляю, что здесь дальше. Либо это храмы будут, которые с одним боссом, либо все-таки с тремя боссами и Кловисом в конце. Так, ну в любом случае мы получаем здесь больше урона, меньше целительных комнат. Это ладно еще, хотя с предыдущим дебафом может быть и критично окажется. Враги и ловушки сильнее обычного. А, и враги обычные тоже. И элитные враги атакуют быстрее. Ого, много изменений. Так, ну давайте посмотрим. Я не открывал, то есть я даже не знаю здесь. Да, все-таки, ребят, это все-таки без чемпионов. Это, то есть, обычный храм. Какое-то комната-хранилище открылось теперь. Видите, у нас там слева появилось еще дополнительное. У меня такого нет нигде, да? У меня такого не попалось. Ну, в принципе, не особо-то и надо, да? А то там череп какой-то изображен. Сразу, ребят, просьба не спойлерить мне ничего касаемо обновления, потому что, ну, черт меня возьми, зачем это, да? Так, вопрос, куда мы пойдем? Порчу мы получаем меньше, но мы снимать ее с чемпионов не можем теперь. За оружием, или сначала за золотом, за оружием, потом за реликом. А, ну тогда я апгрейд пропускаю, да? Или могу на два апгрейда пойти? Можно пойти на золото, на оружие, потом на релик, на апгрейд, на вопрос. Погнали так. Мне, кстати, переписали еще касаемо проклятия с вопросиком, который меняет комнаты на вопросики некоторые. До сих пор там спорят в комментариях, как это все-таки работает. Некоторые мне поправляют, постоянно пишут мне, что заходим в огненный зал. Ого, какая... Как у нас здесь появляется. А, возможно, что это раньше появлялось, но я сомневаюсь, если честно. Просто, может быть, это в этом храме, в котором я впервые, в общем-то. Так, ну посмотрим, что у нас здесь изменится. У нас здесь и, в принципе, эти враги должны стать сильнее. По своим атакам, скорее всего. Ага, вон как работает, да? А заряженные кидают несколько. Хм, интересная механика. То есть, я должен дистанцию держать с этими бомбочками. Потому что я рассчитывать не могу никак. А заряженные атаки кидают 3 бомбы. То есть вот такая механика зарядки у нас двуручных динамитов. Так, любопытненько. Тихо. Главное ничего не взорвать, да? Главное не бахать. Все в порядке. Собираем. Ничего страшного. И в конце давайте туда все-таки кинем вот так. Но там ничего все равно не было, никаких трещин, я понимаю. Динамит, кстати, я не знаю, он будет ли нам... Он, наверное, будет поджигать, кстати. А, нет, он ломает. Он не поджигает. Так, я хочу посмотреть, как он взорвет. Ого! Слушайте, ни хрена себе динамита. Динамит-то хорош, по-моему. Это колючая сеть. Это что? Это релик. Новый вид релика, судя по всему. Получая урон от врага, вы наносите на 30% от него врагам поблизости. Забавный эффект. Так, теперь вопрос, будем ли мы открывать? Я думаю, что да. Да, открываем. Еще у меня сразу возник вопрос, а дамажу ли я себя со своего взрыва? Давайте проверим. Да, дамажу. Динамит опасный для игрока. Окей, будем знать. Сразу это вычислили. Опытным путем. Подвеска с янтарем. Повышает макс запас сил на 1. Сил? Это выносливости, что ли? Да, это выносливости. Просто раньше называлось это выносливость, по-моему, да? И раньше она выглядела, по-моему, по-другому. И, по-моему, вот эта менюшка слева, она тоже изменилась у нас визуально. Она теперь так больше бросается в глаза, что ли? Такой, знаете, как... Таблица с нашими статами полноценно, не так, что разделенные благословения и разделенные статы. Окей. Так, ну динамиты выглядят любопытно, кстати. Я не сомневаюсь, что разработчики наверняка подошли очень так. Вау. Это хорошее антикомнатное оружие, может быть, мне кажется. Подошли грамотно к механикам этих оружий, потому что, ну, в курсе просто они вот отполированы. У меня вот такое предвкушение. Что даже мне с двуруками нравится играть. Я до сих пор не перестаю над этим угорать, потому что это очень для меня непривычно прямо. Так. Не подожжет? У-ху-ху-ху. Этого я и опасался.
Так, ну окей, комнату с золотом прошли. Я урон получил в комнате из-за... Специально получил урон в комнате. Не знаю, зачем за золотом пошел, на самом деле, потому что его мало получили, в принципе. Я получил урон и потратил эффект релика на... На то, что мне идеальную комнату надо проходить. Оп. Вот так кинем, ослабили их. Отлично. Всех вынесли. Так, но надо, конечно, держать реально дистанцию с этим, соответственно, с этими когтями. Не с когтями, а с этим динамитом. Потому что они бьют именно вот на определенной области. То есть, мне кажется, на боссах, хотя вот не знаю, даже на боссах, может быть, и нормально будет тоже. Потому что они же тоже тебя не идут прямо постоянно зажимать. Вроде контролировать это я никак не могу. Но механика сама по себе мне пока на первый взгляд нравится, по крайней мере. Так, зарядили и кинули вот так. Очень бывает часто, знаете, что в играх что-то новенькое добавляют, и это либо перебафывают слишком сильно, чтобы игроки сразу с этим как бы фанились, играли. А потом это нерфят постепенно как-нибудь. Бывает очень часто такое. Но я сомневаюсь, что в курсе будет такая проблема, если честно. Хотя кто его знает, посмотрим. По крайней мере, в клетках такое очень часто, на самом деле, к примеру. Там действительно новые оружия зачастую очень сильными вводят. А потом их приходится нерфить немножко. Так, что у нас здесь? Шаровые молнии. Калечащий лук есть. Полностью заряженный выстрел ослабляет врагов. Интересная штука. А, ну да, я же не с луками теперь. Я теперь у меня бомбы есть еще. Урон на свету за каждую битву врага снимает единицу порчи. Атаки молнией. А у нас каждое убийство... У нас чисто антикомнатный динамит, потому что у нас убийство врага вызывает волну. Взрыв такой мощный с ослаблением. А эти более универсальные. Я бы на самом деле реронил бы себе, с одной стороны. С другой стороны, два аффикса тоже нормально. Хотя аффиксы не самые полезные. Блин, ну если я не найду дальше оружие, а я хочу прокачивать. А здесь у нас... Пораженный молнией. А давайте возьмем. Ой, стоп! А, ладно, неважно. Я такой, давайте возьмем и нажимаю не на ту клавишу так уверенно. Так, ладно, хрен с ним тогда. Ищем что-то еще, да? Ищем еще бомбочку. Есть бомбочка обычная, огненной атаки. 1% урона за каждое очко восприятия. Но низкого уровня. Низкого качества, точнее. А че я такого низкого брать? Хотя вот я вот не знаю, но вроде как оно обычное, минимальное считается, то есть я его... Нет, оно вроде не добавится ему аффикс, если не ошибаюсь. Дать черрел все-таки, попробуем. Небесный молот. Не то, что я ищу сейчас тоже. Все потратил, боже, мисклик в начале, конечно. Без комментариев, ребят. Хотел взять и не на ту кнопку нажал. И потратил все божественные милости в начале забега, потому что очень хотел найти все-таки оружие, которое я сейчас дальше бы стал апгрейдить. Зато танец бури сработал. В прошлый раз он за 4 раза забег сработал. Надеюсь, что в этот раз получится его лучше реализовать, может быть. И также про гридкилл не забываем, про который на самом деле я тут... Который у меня не особо сейчас работал. Поскольку я просто бил мобов слишком редко. Так, сходим в эту сторону. Здесь тоже будет мобы сейчас. Помню эту комнатку. Прошлый забег, конечно, был прямо омега мощным у нас. В конце еще зарешал на самом деле. Ну как зарешал? Не то, что зарешал. Но привнес, скажем так, достаточно немало лепты. Баг, который у меня произошел на самом деле. Я не уверен, его могли как раз таки сейчас уже понерфить. Связано это с тем, что, как вы помните, у меня когти получили, оказывается, не один левел. Я там написал, они получили 3 левела вместо одного. При этом другие оружия почему-то не получили. Вот этого я не совсем понял все равно. Минус 10% стоимость по ношению золотом. Окей, берем. Плащ почитатель. У нас реликвии стали отображаться по-разному. Реликвия змея, орел. Змея, точнее. Они теперь отображаются. Как бы у них рисунки появились такие свои. Ну да, я в принципе говорил, что много визуальных эффектов у нас добавилось. Блин, слушайте, вообще-то мне моя бомба нравится, даже если так подумать. Правда, она первого уровня, она вообще без аффиксов. Я могу аффикс один добавить с апгрейда, но не знаю даже. Так, утяжеленные клинки я не буду брать. Мне они не нужны, по-моему. Так, что мне по реликам предложат? Ух, они реально прям вообще все изменились, судя по всему. Всем добавили свои спрайты какие-то, ну, текстурки вот эти вот, картинки. Один основному оружию. И вот мне сказали, как раз там был баг с тем, что когда ты берешь алтарь подношения богам на +1 левел каждому оружию, то за каждый релик, который тебе тоже дает +1 левел этому оружию,
тебе за них тоже дадут левел, собственно. То есть у меня там было два релика для урона основного оружия, и за них мне тоже дали левелы. Поэтому я получил плюс 3 для когтей. Вот такой вот там баг. Не знаю, его могли уже исправить на самом деле. Получается размер... Здоровье в размере 12% по отношению золота. 200% таймер, гридкилл. О, да, вот это я беру. Вот это я 100% беру. И беру я это за... Наверное, за кровь. Давайте за кровь возьмем. В принципе. Мы не должны прям так набрать. Пусть у меня золото пока со мной побудет. Очень хорошо. Это нам сейчас сильно нас бафнет. Так, и на апгрейд все-таки. Если я пойду, мне улучшать динамит. Но я хочу все-таки оружие. Я хочу... Блин, там оружие будет только один лишь выбор. О, не знаю, черт меня возьми. Смертельная жатва. Это не новое проклятие. В урнах теперь не золото, а кровь. Кровь лечит, но добавляет порчу. Не боюсь порчи в данном случае. Ее добавляется там мало. Неплохой такой отхил, может быть. Ну, такой нормальный, скажем так. Но в то же время я не люблю, когда я меньше золота, зараза, получаю. Вот этого больше всего не хочу. И, кстати говоря, это оружие, это эти динамиты. О, комбо! Я об этом не подумал. Оно обычными атаками оглушает врагов. Прерывает их. Тихо. Так, сделаем. Вы посмотрите, она... Оно кидает комбинации. Комбинация оно кидает более большие бомбы. Надо бы сейчас к этому присмотреться еще. Смотрите, опа, опа. И там большая потом летит. Наверняка будут бомбы, которые... Хотя, не знаю, даже будут ли. Которые работают от комбинации мощнее как-то. А, нет! Нифига себе, 180 урона от ловушки. И это и получение урона, это и минус грид-килл. И минус комната на ловкость. Слушайте, а мобы-то больно стали бить, капец. Я так смотрю, пару плюхов, у меня здоровье-то уж так не кисло отняли. Да, и кстати... А, это еще темнота же, господи. Что-то я как-то про это запамятовал. Калечащий лук. Блин, ну твою, ну как это называть, а? Ну топовый лук. Одно очко восприятия, урон во тьме. За каждую битву врага снимается порча. Я хочу его взять. Я хочу, черт меня возьми, его взять. Ну я хотел поиграть с луками, да? Ну вот тебе луки. Держи. Правда, за восприятие, конечно, бафается. Что мне не особо надо. Давайте поднесем кровь. Пока хотим набирать проклятие, пока у меня там первое проклятие такое, которое не особо страшное. Если что, мы второе получим, и второе, может быть, какое-то будем снимать с босса. Смотреть будем, какой из них опаснее. Так, идем на апгрейд. Не босс, точнее, у нас чемпион, соответственно. Мне также писали еще, что, мол, возьми вот это благословение, которое тебе повышает дроп до 5 предметов с чемпионов и боссов. Ну, во-первых, оно у меня... Что, и мне писали это, чтобы я это взял для того, чтобы у меня было... Больше шансов найти проклятое оружие чемпиона. Я такой, типа, а где связь вообще? И человек написал, что у тебя оружие заменяется, типа, с шансом может замениться на проклятое оружие с босса. Но вообще-то оно у нас как раз-таки именно что третьим выпадало, насколько я помню. Нас это не забывает заряжать вообще-то атаки наши луком тоже. Ого. Нифига он пальнул, сейчас еще ослабление накинул. Так. И после лука мы еще можем спокойно уклоняться, да, насколько я помню? Да, да, на халяву, по-моему. Так, но он не прерывает атаки врагов, соответственно. За этим тоже надо следить, само собой. Нет! А, я понял прикол. После лука уклонение, то нифига не такое обычное. Он стреляет, а потом делает такой небольшой рывок. Он намного слабее, это уклонение, чем обычное. Оно дает гораздо меньше инфреймов, мне кажется. Поднести золото. Вот здесь давайте за золото уже. Да, после луков-то уклонение нифига не такое хорошее. Просто мне писали, что луки это на экономию стамины, все такое игра. Но, типа, то, что они могут на халяву делать уклонение. Но это уклонение, это далеко не такое удобное. Типа, да, оно не тратит меня выносливость, я все понимаю, но... Было бы у меня обычное уклонение, я бы там, может быть, не получил бы урона, кстати. Я к этому клоню. Так, еще порчи и здоровье 661. Надо экономить. Так, что у меня за проклятие будет? Бочки с серой. У взрывающихся бочек увеличивается радиус взрыва. Мне сказали, кстати, что такие благословения, которые работают в конкретном храме, привязаны к храму вот так, они как раз таки у нас сбрасываются после босса, и мне за них дают другое. Поэтому у меня там было такое, что я несколько проклятий получал, и типа они у меня там не отображались как-то так странно. А то я сначала не понимал, что это такое и почему-то так. На, ребята, вам всем. С луками я ранее не играл, поэтому не знаю, сколько сейчас мне будет привычно вообще, в принципе.
Охренеть, радиус. А, ну да, радиус убочек увеличен сейчас. Вроде как. Проклятие же взяли. Да-да. Кто там, по-моему, есть такое, какое-то еще там есть на всякие на ловушки усиления. Я думал, что, что такие проклятия будут заменяться на аналогичные в других храмах, но, судя по всему, нет. Так, это я проломать, к сожалению, никак не могу, да? Тихо. Так что так, как с ними работает, а касаемо вот этого благословения, которое 5 предметов вместо 2. Во-первых, оно работает на обязательных... На обязательных боссов и чемпионов, о чем меня поправляли, я об этом говорил в серии, как бы. То есть на чемпионов в прошлой серии оно бы у нас не работало в любом случае. А у нас оружие проклятое именно из чемпиона могло выпасть. Я не знаю, это продавать или разбирать это или нет. Не, давайте не будем разбирать. Сколько там? 45 хп даст примерно или около того. Это не зарешает вообще. Да, ну лук. Блин, мне этот рывок не нравится совершенно. Он такой маленький. И он происходит тогда, когда я не хочу вообще его. К этому надо очень сильно привыкать. После того, как я не играл с луками ни разу, в общем-то, полноценно. Ну, капец, дамага, слушайте. Просто чисто, чистым уроном берешь, да и гасишь. Еще АО... Нифига себе! Еще АОЕ эффект имеется. Ну, то есть не АОЕ, а прошивание, вот это, точнее. К добыче и к... Макс ХП. Берем, подносим золото, я думаю. В этот раз. Плюс еще у нас именно, что когда мы выполняли условия с чемпионов, у нас оружие выпадало дополнительным. То есть оно не заменяется, оно именно имеет шанс выпасть, если ты выполняешь условия. То есть с этим никак не связано, я так понимаю. Так, чемпионы, я не знаю, у нас усложнены или нет. Ксак, Ольчер, Кровавоохотник. Теперь они представляются. Вот это тоже то, чего не хватало, мне кажется, очень. Всегда хочется, чтобы босс как-то имел представление такое. Так, один готов. У меня лук еще, знаете, он немножечко... Ну как немножечко, очень ощутимо на самом деле наводится автоматически. Вот так. То есть с него, по сути, ты практически не будешь мазать. Я, правда, сейчас умудрился уже. Такая автонаводка у него есть. Сильный эффект очень. Ну нормально он так лупит, слушайте. Причем достаточно сейвово и легко играется с этим. То есть никаких проблем вообще нету. Собак просто гасим вот так и все. А че так изи-то, да? Просто берешь да и гасишь. Ай. Ну надо именно с критов и... С критов и по ослабленной цели, само собой. Все? Может еще чем проклятое оружие выбьем, а? Кто его знает. Такой эффект порчи, я сначала подумал, что из... он отображает, что оружие выпадет. Но, по-моему, нет, все-таки с этим не связано. Так, я... Вот это у меня сбросится, я так понимаю, наверное, да? Давайте вот это все... А хотя... Может кровь себе оставить? Знаете, что я кровь себе оставлю, потому что она мне может пригодиться дальше. А так, например, в этом храме меньше толку от этого благословения, потому что у меня он сработает два раза, соответственно. У меня после чемпиона... После босса, точнее, у меня уже все, конец забега. А когда мы шли на Кловиса, у нас, соответственно, три раза срабатывает этот эффект. Но это получается плюс буквально сколько? Плюс 9 предметов за забег на разных этапах его игры. На разных этапах игры. Так, получая урон, вы более сильное благословение такое. Релик, точнее. Две божественные милости. Во. Идеальное клонирование. Давайте разберем на божественные милости все-таки. Три к сложению можно получить вместо вторичного оружия нашего. Хо-хо-хо. Не знаю даже. Так, но это я буду разбирать. Камнелом мне сейчас не нужен. Я хочу побегать с луком. Этот релик что это? Минус стоимость поношения кровью. Блин, у нас есть, типа, еще и слоты есть, релики есть бесполезные, но просто здесь, когда статы предлагают себе на постоянную основу, я хочу их в приоритете взять. Вот это, допустим, я возьму себе. А вот это я бы разобрал, если честно. 20% подношения кровью. Давайте разберем все-таки. А касаемо этого, это лучше, конечно, взять было бы. Насколько часто я буду сейчас пользоваться пистолетом просто? Ну что, давайте, я буду пользоваться чаще, чем эти три сложения, наверное. Надеюсь, по крайней мере, на это. Посмотрим, как что у нас с этим будет. Хилок у нас должно было стать меньше, не знаю, как-то я за ним не следил особо. По этим комнатам меньше всего ходил. На следующем дорогах вообще не будет комнат с лечением. Так, мне нужен апгрейд. Потом, правда, будет оружие, двое статов. Ох, как жестко. Прямо, может, золота не хватит. Но, в принципе, я пойду по такому маршруту, наверное. Да, погнали. Будем наш лук тогда качать. Хотелось с бомбой побегать, но немножечко хотя бы мы посмотрели на базовую механику бомб. Уже радует. Галереи солнца.
Враги ловушки стали сильнее. Стоп, у меня еще усложнение с этажами, что ли? А, и кстати, да, надо не забывать, что у нас... Или это просто мне напоминают, что у нас какие здесь изменения есть. У нас проклятые... элитки, точнее, сейчас станут опаснее. У нас элитки теперь должны атаковать быстрее, насколько я помню. Вот так. По необходимости можно и заспамить луком, в том числе иногда. Еще лук позволяет, конечно же, легко поддерживать грид-килл, кстати. Вот так давайте сделаем. Тихо, ух. Этого вынеси. Ух, чуть не попал по мне. Так, этот готов, хорошо. Это сейчас будет призывать, да? Грид-килл поддерживаем себе. Он не атакует вроде сам по себе, да, вообще? Во, идеально встали вообще. Отлично. 22 грид-килл. Сразу выносим лишних мобов. Так, это элитка, да? Нет, не элитка, а обычный моб, но которого сейчас будут хилять вовсю. Мне, походу, с ним придется здесь долго проводиться, конечно. Хорошо, один готов. Хотя, если вот так по двум будем стрелять, то неплохо так. Хотя, толку на самом деле того, что я... Это элитка, да. У меня, видите, хп такое подсвеченное, глаз горит. Меня сначала смутило как-то. Окей, 26 грид-килл набрали, еще и комната без урона. Убийство врага с помощью окружения восполняет 3% макс здоровья. Минус стоимость подношения золотом у нас есть. Можно вместо вот этого взять, в принципе, колючие 7 мне не особо надо. Учитывая, что я рассчитываю играть без получения урона в идеале, то, наверное, я возьму вместо этого. 15% к урону критическими ударами. Неплохо, кстати, учитывая, что у меня лук постоянно критует. Я возьму вместо подношения золотом. Так, тут у нас секреток никаких нету. Не забываем факел себе брать, чтобы на всякий случай, если вдруг какие-то ловушки. Так, апгрейд на лук, да? Поднести золото. Нам даже золота хватает, ни хрена себе. Нам много сейчас набрали. Да, давайте золото, наверное. Хотя дальше что у нас будет? Дальше будет оружие. Но апгрейды дорогое, конечно, удовольствие. Но 70 порчи. Хотя можно и 70 порчи, на самом деле. Давайте 70 порчи возьмем себе лучше. Золото постепенно распределим, посмотрим. Хотя, может быть, стоит золото терять, конечно, потому что... Будет зависеть от того, как я сейчас грид-килл сорью себе быстро или нет. Если нет, тогда стоило золото терять. Ладно, наверное, стоило все-таки, да, полезнее было золото, но все в любом случае, как бы я... Не ушел бы в минус, скажем так. Темная скорость. Уклонение делает вас неуловимым, окно для уклонения дольше обычного. В идеальном уклонении мне больше нельзя восстанавливать силы. Ага, это у нас было, это темный перекат. Который в том числе будет гасить факел, да. Окей, понятно. Будем иметь в виду и учитывать этот уклонение наше. Ух, хорошо как. Мощно. Вот так сейчас было уклонение как раз таки, которое не требовало выносливости. И мне оно все-таки... Сейчас мне повезло, защитило оно меня все-таки. Готов. Слушайте, охренеть у лука дамага. Я что-то офигею. Просто написано такое, типа, 20 плюс 4, но криты у него... Чуть по ослабленной цели, они намного мощнее. Просто не... Тихо. Чуть не попали. Так, вот это подожжем. Уклонимся. Так, есть хилер, зараза. И две элитки. Напрягает, не хочется слить себе. Есть, один готов. Снова стреляет. Следим за упырем, стреляем по этому. Упырь. Хороший выстрел. Готов, отлично. Теперь просто выносим этого, и все. У нас 36 грид-килл, я его поддерживаю до сих пор. У меня, в принципе, доп-таймер мне очень помогает. 15% урона по ослабленным врагам. Это будет работать стабильно. Но 8% от хила можно взять, но 15% урона это не так уж много. С другой стороны, на фоне сотни это прилично уже. У меня дальше, знаете что, я возьму себе это. Я не хочу хиляться. Мне место 3 сложения, да, наверное? Да. Я беру это, потому что у нас впереди у меня маршрут идет так, что он попадает на хил. Поэтому в любом случае я там отхиляюсь на халяву. Так, оружие. Можно милости взять себе. Взять, допустим, вместо основного какого-нибудь что-нибудь. Либо пылающий клинок взять чисто. Основное оружие, если вторичное оружие, щит увеличивает урон. Врагов с полной жизнью, криты усиленные. Не совсем то, что мне интересно, если честно. Давайте милость используем.
Лук точно предлагают мне, но наш поинтереснее смотрится. Мне вообще кажется, колечный лук очень сильный. За каждую битву врага здорово восполняет здоровье. Но нет, мы не будем менять его в любом случае. Давайте еще одну милость. Проклятый щит. Вторичка. К урону за каждое проклятие 25% получаем. Урона, я так понимаю, что когда у нас он в руке только. Шаровые молнии. Двуручное оружие, бомба, к сожалению. Причем, кстати... А, ну да, да, когда проклятое оружие предлагается, то здесь, соответственно, у тебя хай-тир по качеству. Здесь у тебя средний получается. Больше урона в спину. Кстати, в спину легко кидать получается, потому что ты забрасываешь бомбочку. Я так понимаю, урон против врагов с полной жизни. Я бы это взял с радостью, но, блин, у меня лук уже. Можно плеть себе взять. Чемпионом, элитком. К основу оружия есть булава. Слушайте, я возьму себе плеть. Мне плетки нравятся. Я в прошлый раз мы играли с пистолетиком, давайте в этот раз поиграем с плеткой еще. Хотя у меня акцент по большей части на лук идет в первую очередь сейчас, но тем не менее. Будем пользоваться иногда и этим тоже, наверное, против толп, например, было бы неплохо. А, боже, это ужасно. Вот этот факел, конечно. Ой, не факел, этот перекат. Вот и что мне здесь делать, кстати? Наверное, так надо поджечь и уворачиваться. Вот так, все хорошо. Этот факел, а не факел, это перекат, который тушит мне факел. Из-за чего я теряю ловушки эти. Это проблема. Он еще так, знаете, далеко не сразу поджигается обратно. 2 к сложению ловкости и восприятию. Или 8% отхила. Наверное, отхил просто. Релик мог быть нормальным, да. Я возьму отхил. Ну, точнее, просто у меня как бы другие слоты. Есть тоже неплохие. Этот перекат все-таки вот... Он даже не тем, что не устанавливает себе идеальное уклонение, дает себе, а тем, что гасит факел, очень противен. Эффект тухнущего факела между комнатами. Сейчас меня эффект лука спас, кстати. Тихо, агрид килл-то слетел нахрен из-за ловушки, из-за моего проклятия, по большому счету. Вот оно и сыграл злую шутку уже сразу. Минус стоимость по отношению к порче, 3 ловкости. Крови, точнее. Давай все-таки продадим за порчу просто. Так, пальнем. Мы оглушаем наши заряженные атаки у кнута. Просто спектр переката этого, уклонение после лука, он ощутимо меньше. От такой размашистой какой-нибудь атаки он тебе не так спасет, как обычный перекат. К этому можно, конечно, приноровиться тоже. Но это далеко не всегда удобно мне. То есть у меня в этом плане все равно сносливости особых проблем нету, мне кажется, с луком. Он меньше жрет, в принципе, не так быстро, как друг молота, например. Эффектом исцеления или просто отхиляться. Ну, это просто отхиляться. Он бы себя купил, но я не хочу себе релики заменять, просто наши. Он бы себя купил в той комнате, могли бы один раз хилинуться и все. Крону добычи. Берем за золото. Смело сразу же. Меня радует, что на самом деле релики, которые вот эти вот два, которые я думал, что я с ними буду постоянно бегать, что они на самом деле не панацея от всего. Я думал, что я их открою, и мне захочется только с ними быть. Кровавые жрецы мы открыли, еще если кому-то интересно почитать. Но будем их тоже заменять, само соответственно, я думаю. Так, либо на статы на вопросик, либо на золото на апгрейд. Давайте на статы все-таки. На статы на вопросик. Статы могут дать не меньше 10% урона. 5 ловкости, мне кажется, это не особо меньше, чем... Ну, может, немножко меньше. Мне писали вроде как 16% урона понижается, если у меня все оружие теряет один левел на алтаре в конце игры. Вот так. Упс. Он сам его поджег, что ли, или мне показалось? Красиво вынес. Блин, ну луком он просто берет и выдает 150, там, под 160 урона. На шару сам по себе чисто. И апгрейды всякие на усиление ослабленных врагов, они бывают очень мощные, кстати говоря. Потому что такой статус, который надо добиться еще, он сам по себе еще бафает. Очень много дамага с этого лука, серьезно. 6 восприятия. Не поздновато ли? Не поздновато ли, я думаю. Можно вместо этого взять, в принципе. Хотя 6 восприятий, чисто без аффиксов даже. Не, знаете что? Тоже сдам.
Так, золотишко. Урны у меня здесь вовсю. Не знаю, где выгоднее лечиться, от урн или от той комнаты. Блин, даже перекатываться не хочется с этим проклятием, если честно. То перекатываться ты быстрее проходишь, защищаешь этаж, пробегаешься по нему точнее. Но вот здесь не хочется, потому что эффект противный очень во время переката происходит у тебя. Сразу же. Ух. Тихо. Так, вот это вынести быстрее. Есть. Теперь по хиллеру стреляем и желательно прошиваем еще второго сразу же. Ой, как грамотно. Слушайте, а мне лук нравится, я скажу так. Я прям впечатлен. Не ожидал такого почему-то. Хотя, мне кажется, далеко не каждый лук выдавал бы сразу столько урона. Ну, 10% урона и 250 здоровья. По-моему, вполне себе хороший апгрейд. Немножечко меньше, чем если бы мы проапгрейдили бы чистый лук, наверное, но еще и хп. И апгрейд на все, в том числе. Так, либо мы на комнату вызова идем и получаем чисто золото, либо мы идем на вопросик. Я, наверное, на вопросик предпочел пойти. Как-то поинтереснее, что ли, будет. Мне, кстати, про близнецов еще сказали такой момент, обратили мое внимание, что надо все-таки парировать 3 раза каждого близнеца, для того, чтобы был шанс на дроп оружия. Я думал, что 3 раза, в принципе, забой надо. Мне написали про это, я перечитал комментарий, когда мне писали давно еще, я понял, что я не так... Вот ты, блин, я такой думаю, я какой-то дежавю такое. Мне попалось 2 комнаты подряд с хилом, понятно. В вопросике. Оказывается, надо 3 раза каждого близнеца спарировать именно. То есть темного в том числе. А меняются они по фазам именно. И касаемо проклятия, которое заменяет комнаты на вопросике, вроде оно все-таки работает именно так, что оно заменяет на комнаты, которые рандомные в своем содержимом. А не так, что оно просто перестает тебя подсвечивать, и ты, если бы запомнил бы путь, то ты знал бы, куда ты идешь, что у тебя будет в комнате. Вроде это именно на... Упс. Именно что содержимое комнат меняется, в том-то и дело. Вот так. Все, спарировали 3 раза эту часть. Теперь надо 3 раза другую. Тихо. Это ломаем все. Сейчас будет переходить в фазу скоро, наверное, да? Уходит, отлично. Нет! Вау! Это спарировал ту атаку, которую нельзя парировать вообще. Нежелательно, точнее, очень. Офигеть, слушайте, а ее можно парировать? Правда, возможно, что я сейчас за счет своего рывка именно, переката, точнее, усиленного, измененного. Возможно, что я за счет него сейчас как раз-таки выживал. Ух. Не успеваю пробивать по уязвимости ее. Так, она сейчас будет превращаться, да. Так, ну 3 раза каждую часть мы спарировали. Теперь у нас есть шанс 25%, если что. А то мне до сих пор пишут, что типа предполагаю, что там без урона их надо убивать. Может, поэтому не работает? Но нет, там просто шанс есть на то, что тебе оружие выпадет, если ты выполнил условия. У охотника условие — это то, что надо его добить в тот момент, когда у него не будет ни одного ягуара на экране. Вот сейчас, кстати говоря, я этого босса убил без урона, например. Если сейчас не выпадет оружие, то тем более это будет подтверждение. Хотя сейчас как назло оно выпадет, но все равно это не так работает. Естественно, оно как назло выпало, я же говорю, господи. Так, я, наверное, себе этот перекат уберу нахрен. Естественно, проклятое оружие как назло выпало. Ну как может быть иначе, да? Лунный клинок. Меч ночи. Заряженные атаки вызывают мощную атаку рывок с уроном по всем врагам. Снять проклятие можно за его этот самый, это понятно. Усиление вторичного оружия удваиваются. Охренеть. Усиление. А это основное оружие? Я что-то подумал, что это в рук. Вау, это же идеально. Усиление вторичного оружия удваиваются. Ни хрена себе, Афикс. Правда, бонус получаем урона еще. Вот такая у него комбинация. Так, что он там делает? Заряженные атаки вызывают мощную атаку рывок с уроном всем врагам по пути. Вот такая. Ага, это как раз таки атака нашего темного близнеца. Оружие близнецов, ребят, открыли для анлока себе. 10% стоимость подношения, 4 ловкости. По-моему, не особо надо даже. А эти 4 ловкости можно вместо этого взять? Ну, сейчас посмотрим, что здесь еще есть. 100% получаем урон, превращается в золото. Так, ну звездочки я продаю, соответственно, сразу же. Автоматически. Получается 33% больше золота, когда подносите предметы богам.
А, это с подношения, вот подношение богам, как мы этот предмет здесь поднесем. Все, понял, что это за эффект. Тоже не особо надо, на самом деле. Так, это мы все уже. Кольт продаем. Можно это себе взять, в принципе. Ну, здесь возьмем все вместо вот этого, а остальное все мы, наверное, просто переработаем. Хотя мне особо требуется. Ну да ладно. Просто у меня там есть релики, не особо сильные по статам, но они дают нам апгрейды на наш дамаг еще. Наиграют с нашим луком. Можно пойти на апгрейд, либо апгрейд в конце. На апгрейд мне хватает, в принципе. Тогда у нас будет апгрейд золото вопросик, релик, золото вопросик, такой себе маршрут, совсем такой себе, мне не нравится. Хотя этот маршрут немного лучше. Может пойти на статы, на золото, на оружие, на релик. Будет у нас стат-релик апгрейд в конце. А так у нас релик только один. Давайте пойдем вот так. На параметр сначала. Все-таки сделаем. Также мне писали еще касаемо... Так, сейчас проклятие посмотрим. Получим рак. Получаем урон, запускает волну тьмы. Выносите больше урона на свету. Тушит факела там и все такое. Жертвенные покои. Заходим в эту локацию. Ого, у нас шипы такие. Тоже не припоминаю такого антуража, если честно. Хотя, может быть, опять же, просто плохо помню. Сам. Вот так. И вот так. Неплохо. Но я сейчас, к сожалению, акцент на это проклятое оружие вряд ли много сделаю. Тем более, что мне даже с факелом им играть особо не требуется, поскольку у меня лук ослабляет врага. Это можно поджечь. И мне писали, что если враг отравленный, и я его... О, пантера красноглазая. И я его поджигаю... Тихо. Отходим. Если у меня враг отравлен, и я его поджигаю, то он зажигается зеленым пламенем. И мало того, что вроде бы огонь усиливает отравление, если не ошибаюсь, да? Так, ну мы три ловкости себе берем, само собой. Так еще, ударяя проклятым оружием по такой цели, которая зеленым пламенем горит, мы не снимаем с него поджигание, но с каждого удара все равно накладываем ослабление на него. То есть у нас эффект проклятого оружия с синергией его с огнем остается, а вот то, что мы снимали раньше огонь, это исчезает. То есть очень сильно тоже такой эффект полезный. Что, просто кусочек какой-то. Так что прямо очень много комбинаций с проклятым оружием, я так смотрю. Это что за комната нахрен? Уф, страшно немножко было. Так, подносим золото, потому что я сейчас за свой маршрут, я его наберу целую тонну. Мне теперь нет смысла порчу. Проклятие. Черт, не знаю, что нахрен такое. Так, я пойду-ка отсюда. Хочу больше получить урон. Так, это еще не конец комнаты, что ли? Что за комната вообще? А это что? Я могу в центр попасть? Нет, не могу, кажется. Там вроде... Я просто только что там вроде как что-то поднес и получил. Я просто болтал, и поэтому не обратил внимания особо. Акцент на это не сделал. Внимание не уделил должное. А сейчас смотрю, комната продолжается, то есть не конец комнаты был. 200% к таймеру грит-килл и еще. Ну, можно заменить наш старый предмет, потому что наш сложение давал. Да, наверное, поменяем. Я возьму себе притащу ловко все-таки. В этот раз. Так, вот, это конец комнаты теперь уже. Просто у нас статы были, оказывается, не в конце комнаты, что ли. Награда, то есть, этой комнаты не в конце ее, а посреди. Если я правильно понял. Просто посмотрите, что делает лук. Он просто берет и зажимает, и все. Просто клик-клик-клик, и все. Офигеть. Очень много урона. Хотя, казалось бы, он не то чтобы сильно как-то прокачан у нас. Может, поджечь как-то надо? Или наполнить кровью, потому что, видите, такой узор есть кровавый. Что выглядит как какая-то особая комната. Но я подойти в центр не могу. Если я сломаю даже со всех сторон, все равно ничего не происходит. Просто выглядит какая-то кнопка такая. Если здесь можно как-то взаимодействовать, то скажите мне, что можно просто, но не говорите как. Тогда попробуем в другой раз. Теперь комната вызова. Танец будет, он сейчас сработал, отлично. Там в конце забега показывается, сколько комнат пройдено без урона, кстати. 39 ловкости, неплохо так набрали. Уже. Так, а чё? А, да, я тормоз. Давайте сейчас подожжем здесь тогда. Не самые приятные враги.
Определенно, потому что есть вот эти хиллеры. Они достаточно противные все-таки. В последний момент ушел. Так, этого вынесли, хорошо. Хоть бы это была единственная волна и все. Там будет не единственная волна, да? Нет, это единственная волна была. Офигеть, мы там много золота сейчас получили. Там 1800 было или что-то такое. Но мы достаточно быстро разобрались, надо сказать. Так, убить с помощью окружения. С половиной 3% с хп, 5 ловкости. Можно вместо этого взять, в принципе, еще. Меньше немножечко хп. У нас здесь будет ягуар, кстати, который бьет больно. Я вот сейчас так набираю, а мне надо очень-очень важно все-таки не слить бой еще с финальным боссом. Здесь так-то да. Так, идем на оружие. У нас очень много золота набирается, конечно. Здесь тоже, по-моему, так антураж изменен. Шипы по бокам добавляются. Много изменений. Слушайте, большое будет. Я прямо доволен. Там и Паскалу недавно вышел апдейт, но Паскалу, например, вышел апдейт небольшой, там 24 ивент-комнаты. Там небольшие еще правки всякие. Радует, когда игры на самом деле после релиза, они продолжают обновляться. Не забрасываются и дальше еще развиваются. Тихо-тихо-тихо. Сосредоточенность. Хочется, когда у тебя гридкил 41? А, у меня еще, кстати говоря, за... Нет! Боже. Не зарядил до конца и рывок. Рывок короткий. Мне пока халявный рывок. Если честно, я предпочел бы его отключить и тратить выносливость. Ну, это пока что мне так возможно. Потому что мне без этого было бы реально проще. С обычным рывком, который тратит выносливость. Потому что это как плюсом лука относится, что у него рывок особо есть. Ну, пока что с обычным как-то покомфортнее. Пусть он тратил выносливость, но тем не менее. Так, от этого отходим. Обидно, такой гридкил улетел. И дамага, кстати говоря, сразу должен был... Дамаг должен был просесть, правда, я не обратил на это внимания. Да, как только я сказал, как только я подумал о том, что надо вынеслить, я сразу это сделал. Классика жанра, я бы сказал. Пистолет дракон продаем. 20% к основному урону булавами, не надо нам это. И такая картинка булавы как раз таки. Кодекс работорговца. Отображается у нас здесь картинка. 1700 хп. В прошлый раз мне типа с боссом этого было более чем достаточно, но сейчас ситуация немножечко другая, в том плане, что... У меня все-таки... Третий этаж. И здесь босс сильнее, чем было раньше на первом, например, как ягуар на встрече встречался там. Шанс на автопарирование. Очень много урона, кстати говоря. А, ну потому что ловкости, да. Шанс на стегные атаки. Может быть, стоит взять, да. Хотя вот тут 60% урона элитным врагам, чемпионам и боссам. Ни хрена себе у хлыста у нашего. А, ну потому что у нас... А, 2% к основному урона. Это сразу же у нас ведь просчитывается бонус от проклятого оружия. Я понял. Причем прикол, очень много дамага. Я хочу это взять. Я это беру. Хоть плеть сильно дамажит, но это автопарирование имеет шанс. И в принципе щит на парирование. Хотя вот на этом боссе я не особо-то парировать пытаюсь. По-моему, да и в принципе на боссах не так уж часто. Идем на релик. Может даже стоит сходить на статы. Универсальнее. Или на апгрейд все-таки. Ну, не, наверное, апгрейд все-таки получше будет. Хотя у нас там комната. А, я там только на оружие потом пойду. Не смогу налево повернуть, который там, где был вопросик еще. Один, второй. Гридкил x6. Можно так, знаете, как выдать. Смотрите, как можно делать. Выдали раз, а потом расстреляли вот так. И все вынос. Слушайте, это же неплохая тактика, мне кажется. Имеет место жизнь, имеет место быть. Не с того, правда? Упс. Выносливости не было, надо было парировать, но я умудрился отойти каким-то образом. Сейчас мне как раз-таки рывок после лука, по-моему, меня спас от урона. Мне показалось. Слушайте, тоже так нормально. Кинул разок и расстрелял просто, и все. Урона этих атак, конечно, не очень много его, но его хватает, чтобы добить врага по ослабленности все-таки, по уязвимости. 5 восприятия. Получить здоровье в размере подношения. 3 восприятия можно так получить на халяву. Наверное, просто получим себе 3 восприятия. Которое мне сейчас не особо надо, хотя для эгиды так-то оно может работать. Ну, все это подожжем.
И это сразу то, чтобы не мешалось просто. Один готов. Так, еще хочу сейчас посмотреть, насколько у меня эффективно работает. А, нет, это, походу, просто украшение было. Такое, я смотрю, здесь такая же чисто платформа, как там была у нас. Это, походу, именно было украшение просто, и все. Сколько урона! Ни хрена себе! Ни хрена себе урона со счета! 334 вторичка наносит. А, ну потому что вторичный комбо сильнее, оно еще критует у нас. Правда, от восприятия бафается, от восприятия у нас сейчас его не очень много. И при этом все равно такой дамаг. Очень хорошо. Так, вот эта элитная туша, конечно, опасна. Я так... А, мы, смотрите-ка, мы после нашей заряженной атаки мечом все равно можем сделать... 471! Все равно можем сделать вторичное комбо. Так, а еще раз, как она называет заряженной атаки? Вот эту мощную атаку. Но она больше на комбо-то скорее. Так, окей. Мне это нравится пока что. Так, отхил возьмем себе немножко. Уверенно так идем. Впереди, соответственно, у нас еще два храма тоже без Кловиса будет. А дальше у нас два храма каких-то еще по очереди идут. Наверное, с Кловисом, с какими-то усложнениями еще в том числе, возможно. Так, палящее кольцо. Убийство горящего врага восполняет 1% макс УЗ. Горящего. Не знаю. 9 восприятия урона атаками молнии. У меня щит не молниями бьет, к сожалению. Это плеть у нас была молниями. Это то же самое. Я бы реролнул, если честно, но с другой стороны у меня нет реролов. Да. Наверное, стоит себе подменять за 9 восприятия ради этого. Но вместо чего тогда? Вместо... Нет, не стоит вместо этого. Вместо одной выносливости, может быть. Она очень хороша, но, в принципе, сейчас у меня не друг, который пожирает тонну выносливости, не молот. Поэтому я могу, наверное, очко выносливости потратить. Хоть я очень ценю это, даже релик такого низкого уровня. Но который дает сразу же чисто стат себе. Очень круто звучит, но... Все-таки нет. Все-таки постараемся обойтись 5 выносливости. Еще плюс 1 ловкость. Вот сейчас у меня релик уже явно больше меня надавал, чем 4 комнаты, мне кажется. За этот забег. При том, что игра должна была стать сложнее по логике. Сколько у нас там враги. Элитные, ускоренные. Хотя, если бы мне не сказали, я бы, наверное, не уверен, что я бы сразу это так понял. Тихо-тихо-тихо, нет. Вау. Этот готов. Так, минус 1 выносливость на самом деле сразу ощущается, как мне кажется. Нет, не успел отойти. Как много урона мобы наносят. Просто жесть. 350, господи. Вот здесь на самом деле игра стала наказывать за ошибки гораздо больше. 350, я понимаю, что это элитный моб. Но тем не менее, это очень дофига. А, у меня еще оружие, которое повышало по мне урон. Да, у меня же был основной комбо взят сейчас. Я забыл совершенно про... Блин, я основной комбо могу фигачить, на самом деле, неплохо. Я тогда 9 восприятия могу себе взять, это даст мне очень много бонуса. Вместо, по крайней мере, вот этого, да? Или... Или хильнуться лучше. А это 8% для всего. 9 восприятий — это 18% для щита. А щит очень неплох. Давайте возьмем все-таки, наверное. А, нет, знаете что, я отхиляюсь. На всякий пожарный. Вдруг я дальше не выбью ничего в комнате. Не хильнусь никак. Я думаю, что мне больше даст профита 12% хп, чем предмет, который прогрызет мне только вторичку. Учитывая, что я буду убить в том числе и основным. Ой, тут и двуруком нашим. Поэтому тут, мне кажется, правильное решение принял все-таки. Не знаю, что наш щит, соответственно, очень хорошо отталкивает врагов еще. Отличник, заманили ловушку. И добиваем его. Так, есть кинжал еще. Красивый в лицо. Тихо-тихо-тихо. Стараемся не попадаться под эти выстрелы. 488, это, конечно, послабленное тело, я все понимаю, но все равно дофига. 490, господи, как щит крошит сейчас.
что он, черт меня возьми, вытворяет? Смотрите, раз. 513. Это простая вторичка, которую очень легко, легко реализовывать. Фух. Так, вот так бахнем еще. Хотел этого хиллера вынести, но не дается он мне. Один готов, второй готов, третий готов. Просто поехал крошить. Очень мощно получается сейчас. Мне прям нравится. Минус 352, плюс 352 золота. Еще золото. За очки сложения, но у меня сложения маловато в любом случае. Вот Гостиха Подстрекателя второй раз попали сейчас. Когда они мне не нужны, к сожалению. Так, и качаем себе лук, наверное, или все-таки, или щит, кстати. Вот не знаю, что лучше. Щит прокачается в 63 плюс 92, а лук прокачается плюс 3 и плюс 3 там. Но на выходе это будет больше, конечно, ощутимо. Слушайте, я лук прокачаю, наверное. О, нет, не лук, а щит, точнее. Или вообще проклятый меч. Не, наверное, я прокачаю себе все-таки щит. Это проклятый меч, он как топовая штука для поддержки вторички. Вторичка усиляется в два раза, ну камон. Как бы сам меч был тоже хороший. Но то, что он делает вторичкой, это просто... Просто звездец. Очень много лишнего золота, конечно, у нас еще. Ну ладно. Так, ягуар. А так нельзя, да? Так, сейчас сразу будет прыгать, да? Да, он начинает бой чаще всего с этого, мне кажется. Да, я помню его атаку. Так, все, ждем. Поворачивается. Воу! Не ожидал сейчас. Не получилось прописать ему, как я хотел. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, под взрыв не попадаемся, он будет очень сильно бабахать. Пятьсот один. Хорошо, попали. Хотя и так 593. А, стоп, мы же его ослабляем с проклятого оружия нашего. Нет. Мы же ослабляем с проклятого оружия, мне даже луком не надо фигачить. Как хорошо, что щит все-таки себе проапгрейдил. Вау, это омега мощно. Но только тогда, когда он горит. Сейчас он не горит, соответственно, мне надо ослаблять вручную именно. Я, кстати, могу даже неплохо самим щитом бить. Чисто щитом. Мы еще и взрывы какие-то делаем. Или то он делает взрывы, я не знаю, не совсем понимаю. Уу! Ушел. Так, вторая атака. Прыжок. Еще бафается. Специально рядом с ним был. Вау! Нифига, что это был за удар порчи, как будто бы такой. Или это типа в темноте эффект. Но он сильно меня ударил, надо сказать. То есть я не могу много таких ударов пропускать. Охренеть, под 300 фигачит. Да иди ты лесом. С такими ударами. А, потому что у меня вторичка еще. О, это сейчас основное оружие по мне бафает урон. Может быть, это от него эффект такой показывается, не знаю. Жесть. Нет! Что это была потенциальная смерть на самом деле сейчас. Так, ждем, пока арена уменьшенная. Ладно, немножечко постреляли. Без фанатизма. Нет! Жесть, у него удары мощные. Я охреневаю просто. Надо бить его как-то. Но не это самое, аккуратничать все равно по-прежнему. Фу. Блин, это так было напряжно. Капец, у него плюхи, ты что такое? По 300 с хреном нафиг. Конечно, темнота, урон по мне повышенный. Еще и в принципе у нас усиленный храм. Он не столько выносил хп. Еще ягуар третьего тира с третьего этажа, конечно же, да. Жесть. 1275. Так, комнат без урона сколько? 14 в этот раз. 28%. Вот это уже неплохой бонус был. Фух.
Я очень не хотел рестартовать и посвящать одну еще серию, допустим, промежуточному храму какому-то. Я хотел его все-таки завершить. Но у меня аж ладошки вспотели под конец. Серьезно, такие плюхи. Я такой, я только говорю, надо не получать урона. И такой, на, 600. Я такой, боже. Еще два кровавых символа. Немножко, ребят, посмотрели и на бомбы. Открыли новое себе оружие за 50. Но аффикс это не этого оружия. Это аффикс, в принципе, у проклятого оружия основного, судя по всему. У меча проклятого оружия. Точнее, нет. У проклятого основного оружия есть аффикс на усиление вторички. Вот. Можно найти такой. Это очень сильная, конечно, штука. Один, наверное, из самых сильных аффиксов, возможно. Но плюс получаем урон, это, конечно, неприятный эффект. Не у всех проклятых оружий есть негативный эффект, на самом деле. У нас были такие, которые играют от негативного эффекта. Как от максимального проклятия, например, да? А есть такие, которые... Лол. Изгнать есть. Так, сейчас. А есть такие, которые работают и дают именно негативный эффект. Смотрите, у нас кнопочка изгнать появилась на кресте, на X. Изгнанное оружие больше не появляется, не появится в храмах. В храме. А в смысле, я его временно отключаю просто, или что сейчас будет? Допустим, если я отключу себе что? Допустим, если я отключу вот это. Я могу обратно включить при желании, да? Стоп, то есть я могу себе на халяву, как особый режим в Dead Cells, то есть формировать, смотреть, что у меня, что оставлять, а что нет. Я могу сколько влезет так или что? То есть я могу выбрать несколько оружий, типа я хочу выиграть только с ними. И все. Я не уверен, насколько я хотел бы этим пользоваться, например, в этой игре, если честно. Напишите свои мысли в комментариях по поводу этого, как это здесь будет восприниматься в принципе. Потому что я, получается, могу реально выбрать самое топовое оружие для себя. Подобрать полноценный билд через благословение. То есть взять себе тот, те же кости тамок. И взять себе когти подстрекателя. И все. И чтобы они мне 100% попались. Не знаю, насколько это хотелось бы этим пользоваться. С одной стороны, уместно, чтобы формировать такое. А с другой стороны, не хочется злоупотреблять. То есть хотелось бы, чтобы основная прогрессия, по крайней мере. Может быть, не знаете, как пройти игру. Попытаться без этого. В обычном режиме, скажем так. В нормал моде. А потом уже какие-то конкретные билды можно пытаться реализовать именно с запретом таким. Либо здесь какое-то еще ограничение есть, я не знаю, честно. По этому поводу только сейчас заметил, в общем-то. Не знал, что такое ввели здесь. Ну а на этом, ребят, на сегодня все. Вот такой у нас получился храм, такая славная победа. Я, в принципе, доволен, посмотрели на что-то новенькое в том числе. Да, храм, конечно, суровый, то есть лупят очень больно, намного больше урона. Я думал, там процентов на 15 им повысит дамаг. А я не уверен, что на 15. Мне кажется, там могут на 50 дать, могли дать. Ну, в общем-то, на этом на сегодня, ребят, все. Мы еще там, блин, еще оружие повышенный урон по себе, конечно. Вообще страх потерял. Все, хватит. На этом на сегодня, ребят, все. Как я уже сказал в третий раз, по-моему. Подписывайтесь на канал, буду рад. Оставляйте комментарии, оценить видео, ребят. Мне будет тоже очень приятно. Пишите свои мысли касаемо обновления, но не пишите, пожалуйста, спойлеров. Очень прошу. Не надо портить впечатление, в общем-то, мне и зрителям, которые это посмотрят. Потому что это отразится на моей реакции, соответственно, в том числе. Надеюсь на адекватность, хотя это надо было говорить, наверное, вначале. Но я вначале тоже говорил. Все, вступайте, ребят, на сервер Discord, если хотите пообщаться. Ну а я желаю всем хорошего настроения, ребят, такого же дня. Всем удачи, новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока-пока.